гитары и ударные, кожаные косухи и металлические цепи. Это раньше рок был музыкой бунтарей. Теперь юные рокеры изучают сольфеджио и прилежно выполняют домашние задания. Участвуют в музыкальной жизни города и 4 раза в год сдают экзамены. А сегодня у казанских рокеров праздник. В сентябре первая в России школа рока «The Road» отмечает день рождения. Наша школа вносит элемент профессионализма. Вот этот момент мы учитываем. То есть мы не затрагиваем духовную составляющую рок-музыки, но мы стараемся внести именно профессионализм, чтобы их идеи могли воплощаться именно профессионально. Чтобы человек умел играть не 2 аккорда, а владеть инструментом полностью. У нас есть история рока, на которой они изучают все группы, стили. У нас есть сольфеджио, на котором они изучают музыкальный грант. У нас есть индивидуальные занятия, у нас есть актерское мастерство, на котором они учатся. Ну как вот можно самому научиться, допустим, быть на сцене? Этому надо учить. Человек, который хорошо себя чувствует дома, перед сам собой, перед инструментом, выйдя на сцену, может потеряться. Для этого нужно учиться, нужна тренировка, нужна практика. И он, выходя на сцену, это как актерская работа такая же. Он выходит на сцену, он у нас тренируется. Как быть, сделать себя харизматичным. Ко дню рождения школа рока выпустила пластинку. 9 песен, 9 молодых коллективов. Сегодня все они здесь. Презентация свежего диска для этих ребят – своеобразный творческий экзамен. В зале сидят преподаватели, родители и друзья. Почетный гость вечера – Диляра Вагапова и группа «Мураками». Мне кажется, что школа рока необходима, потому что это создает определенную среду, где ребенок может расти и чувствовать себя в комфорте. То есть, если человек хочет, чтобы его ребенок изучал рок-музыку, слушал живую музыку и учился играть на гитаре, барабанах, необходима среда. Она, безусловно, важна. И таким образом школа рока – это школа, как обычная школа, в принципе, да, но только школа, где изучает рок-музыку, живую музыку, и причем не обязательно именно конкретно рок. Это может быть и фолк, это может быть и джаз, это может быть и фанк. И, ну, то есть много различных направлений. Главное, что живое, где играют ребята на гитарах, барабанах, и это необходимая школа. И я очень счастлива, что группа «Мураками» очень честно сотрудничает с школой «Rock the Road» и помогает всячески при любом, вот, не знаю, щелчке мы готовы примчаться, как, например, сегодня мы примчались специально из Москвы для того, чтобы выступить, поддержать эту школу и везде и всюду всем рассказать, что эта школа необходима, и мы очень рады, что она такая есть у нас в Казани. Как и положено школьникам, ребята ходят на уроки и практические занятия. Как и положено рокерам, создают свои группы, записывают песни и ездят на фестивали. А еще время от времени ищут для своих коллективов новых басистов или барабанщиков. Старые рано или поздно уходят из школы во взрослую жизнь, поступают в музыкальные колледжи и консерваторию. Рок – это скорее когда-то был мейнстримом. Многие пришли в рок, думая, что там можно все, в принципе. И это было неправильно. Это как та же самая классика. Все должно строиться на чем-то. То есть, если делать это все, как сказать, уже до каких-то моментов абсурдно, то это уже не музыка. Вот. И должна быть какая-то система. Все-таки, хоть это и рок, и говорят, что в роке нет системы какой-либо, но она есть, на самом деле. Система есть во всем. Детей учат року лучшие музыканты Татарстана. Сейчас в школе 10 преподавателей и 100 учеников. Участникам самой юной рок-группы нет еще и 12 лет. А школа тем временем готовит к сцене малышей. Рок-музыкантов, которым едва исполнилось 6. Я хочу очень быть рокером настоящим. Прям играть. Всегда хотел играть так на сцене, прям со своей группой. То они вот так вот стучали по барабанам и там подыгрывали на электрическом пианино. Очень хочется. Казанскую школу рока не случайно назвали «The Road» – «Дорога». Собственные альбомы, большие концерты, выбор учебного заведения. Дорога начинающим рокерам предстоит длинная. И начинается она здесь, в Казани.